Создание Всемирного дня охраны труда берет начало от профсоюзных организаций. И сегодня эта традиция не нарушается. Так, например, в этом году дети членов профсоюза Казанского федерального приняли участие в конкурсе рисунков и сочинений «Мое будущее. Это безопасный труд моих родителей сегодня». Работы, которые были представлены на этот конкурс, мы, в общем-то, удивились в хорошем смысле этого слова, насколько наши дети, оказывается, глубоко вникли в эту тему, тему охраны труда. Никто не ушел без своей награды. Детей отблагодарили медалями, дипломами и сладкими подарками. Ведь детские старания еще ценнее взрослых. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.